Всем привет, ребят, с вами Костя, и в этом видео я вам покажу новенький баг на карте The Dust 2. Благодаря этому багу вы получите весомое преимущество над вашими противниками. И для реализации этого бага вам понадобится 2 тиммейта. Также благодаря этому багу вы спокойно можете убивать своих противников, которые занимают зиг, либо находятся в нижней темке. С начала раунда попросите первого тиммейта подсадить вас со вторым тиммейтом в зиг. Если делать это быстро, то у вас все получится. После того, как вы со вторым тиммейтом заняли зиг, попросите его подсадить вас на эти ящики. Находясь на этих ящиках, подойдите к углу, уперевшись к задней стенке. В прыжке нажимаете Ctrl и зажимаете клавишу S. И после всех этих нехитрых действий вы зависаете в воздухе. И можете спокойно убивать своих противников, которые находятся в нижней темке, либо занимают зиг. Все ваши пули будут лететь точно в цель, независимо от того, стреляете вы либо с М-ки, либо с калаша, либо с АВП. Запомните, самое главное при использовании этого бага не отпускайте клавишу S. Если вы отпускаете клавишу S, то вы сразу упадете на ящик и придется все это делать заново. Также у этого бага есть еще один крутой плюс. При использовании этого бага у вас лагает ваш хитбокс. Визуально ваша моделька находится выше, чем ваш хитбокс. И если вас заметил ваш противник, а заметить вас не так уж и сложно, то если будет он стрелять вам в голову, вы не получите ни единого процента дэмэджа. А если ваш противник будет стрелять вам в область живота, то он убьет вас выстрелом в голову, потому что именно там находится голова вашего хитбокса. Если вы не знаете, что такое хитбокс, я вам сейчас объясню. Хитбокс, или же в переводе на русский зона поражения, это обычный прямоугольный участок спрайта персонажа, при попадании в который вам наносится дэмэдж. Надеюсь, вы это поняли. Ну и под конец хочу пожелать вам удачи в использовании этого бага. Надеюсь, благодаря ему вы выиграете не один раунд. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с вами был Костя. Если вам понравилось это видео, и уж тем более, если вам оно помогло, то покажите это своей подпиской и лайком. Также не забывайте смотреть прошлое видео, вступать в группу в Steam и группу ВКонтакте, все нужные ссылки вы найдете в описании. И всем удачи, до новых встреч, багов, подсадок, пока!